Украинские военные усомнились в целесообразности операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на украинских военных, участвующих в этой атаке. По их словам, в результате этой операции Украина потеряла многих военных. Они также отмечают, что ситуация становится все труднее для ВСУ. Некоторые военные даже усомнились в решении украинских властей начать такую операцию, когда Киев сталкивается с проблемами на других направлениях, сказали они в интервью CNN. Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа Ахмат генерал-майор Абдалаудинов заявил, что потери украинских сил в Суджанском районе с начала атаки на Курскую область составили около 7 тысяч человек. Напомним, что 6 августа вооруженные силы Украины перешли российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области.